Зачем, зачем ты пошел, с кем ты пошел воевать? Мне позвонили, сказали, работа есть. Я пошел работать. Автомат в руки взял? Да. Так, зачем? Мне дали его, я его взял. На, это твой автомат, держи. Ну, я не знаю, мой это или не мой. Я не расписывался, ничего. Ну, дали в руки тебе автомат, да? Перед выездом мне дали в руки, до этого у меня не было автомата. Против кого ты шел воевать? Против кого? Что тебе сказали? Против кого ты пошел воевать? Мне сказали, мы едем на Пески. Я говорю, против кого воевать ты шел? Если я еще раз повторю вопрос. Против Америки. Мы начнем с... О, против Америки. Правильно. Мне сказали, что американские войска зашли на территорию Донецкой и Луганской области. Тобто на территории Украины, я правильно? На территории Украины. Вот прямо американцы. Мне сказали американский контингент. Я не знаю, американцы. И много ты увидел американцев здесь? Я никого не видел. Никого не американцы видел. Тебя, понимаешь, тебя как людину переодели с мокрого и холодного в теплое. Сейчас ты еще и отогреешься. Вот. А ты идешь воевать против своих братьев, которые разговаривают на русском языке даже почаще, чем на украинском. А ты слушаешь этих дебилов, блядь, по телевизору, блядь, пищащих о том же. Что, понял, ты понял. Ты сначала взял автомат, пошел пострелял, а потом понял. А тебе рассказывали про то, что в Донецке газом травили этих наших бойцов. Кто-то рассказывал, почему в Live News это не показали?